Очень часто вследствие каких-либо событий рушатся отношения людей, выстроенные годами, и не всегда беда сближает, а у счастья другого человека тем более. Но можно ли простить другому, что он вновь обрел любовь и семейное тепло? И можно ли принять его выбор? Приемная дочь известного актера Бориса Галкина не приняла его новую семью и перестала с ним общаться. Но можно ли судить ее за такую категоричность? Наверное, многие не знали, пока не произошла беда, что Влад Галкин не родной сын Бориса Галкина. Настолько они были похожи и внешне, и внутренне. Такие цельные, мужественные, яркие и настоящие. Мужчины. У актера, сыгравшего в «Отставнике» и в «Зоне особого внимания», это был третий брак. Он принял детей Елены Демидовой как своих, и никто из зрителей до определенной поры не догадывался, что Влад и Маша не родные. Актер усыновил их и дал им свою фамилию. Однако кажется, что свою роль сыграла и тяжелая потеря любимого сына в 2010 году. Как-то старший Галкин обмолвился, что был безутешен. Он не хотел просыпаться и жить, как раньше, делая вид, не мог. Неожиданный уход Влада подкосил мужчину, ведь даже самые сильные люди имеют право на то, чтобы не скрывать свою слабость. Это было словно точкой невозврата. Горе не сплотило родных людей, а наоборот, развело по разные стороны. Потом Галкин-старший понял, что влюбился в молодую и очень обаятельную девушку. Инна Разумихина стала той соломинкой, за которую он ухватился, чтобы не остаться на дне отчаяния. Но можно ли его за это осуждать? Ничего не скрывая, Борис Сергеевич признался супруге, а та благородная женщина его отпустила. Квартиру в столице он оставил бывшей семье. Через несколько лет Елены Демидовой и не стало. Она не смогла пережить ранний уход сына. Тяжело заболела. К сожалению, лекарства от этой болезни и нет. Маша осталась совершенно одна. Всеми траурными мероприятиями и организацией похорон занимался Борис Галкин. Журналисты пытались расспрашивать его, не чувствует ли он своей вины. Но актеру было не до них. В настоящее время Борис Галкин счастлив в своем четвертом браке. Его супруга, которая младше его на 26 лет, подарила ему долгожданную дочку, которую назвали Анна. В свои 70 лет он наконец познал счастье быть отцом и заявил, что это потрясающе. Вот только Мария не приняла счастье приемного отца, который не отказывался от общения с ней. Получается, что уход от матери она простила, а вот рождение дочери нет. Марии сейчас 43 года, и если у нее раньше были социальные сети, то несколько лет назад она удалила все профили. К сожалению, найти ее последних фотографий не удалось. Друзья женщины рассказывают, что у нее непростой характер. Она максималистка во всем, и если принимает решение, то вряд ли сможет отступить от него. Женщина живет в Псковской области в деревне под городком Великие Луки, где приемный отец много лет назад построил дом. Мария не замужем и нигде не работает. Она уволилась с должности повара и стала затворницей. Раньше она существовала на пенсию матери и средства, которые присылал ей Борис Галкин. Да он и сейчас ей по возможности помогает материально. Когда снимался фильм о ее брате, киношники пытались с ней связаться, но безуспешно. По словам односельчан, она ни с кем не общается и не отвечает на звонки. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментарии, помните ли вы замечательного актера Влада Галкина и что думаете об отношениях между его сестрой и отчимом.